ГКНБ выявил факт самовольного захвата более 160 гектаров территории земель от Башинского лесхоза. На этих землях были построены здания и сооружения в коммерческих целях туристической отрасли. Бывший первый замгубернатора Нарынской области в период с 2005 по 2007 год, злоупотребляя должностным положением, получил в пользование 160 гектаров земли на участке чар лесного хозяйства от Башинского района. И с 2007 года по настоящее время за пользование этим участком каких-либо обязательных платежей в бюджет не производил. Более того, без изменения целевого назначения и без разрешительных документов возведены гостиницы, ресторан, бани и другие здания, сооружения, которые использовались им в коммерческих целях. Подозреваемый задержан и заключен под стражу в СИЗО на период следствия.